Добрый день. Вышел коротко сказать о следующем. Давидыч просил передать всем, кто за него волнуется и переживает, большое спасибо, но в ближайшее время никаких комментариев ни от него, ни от адвоката, ни от нас с Чугуновым не будет. Он попросил дать ему время и сосредоточиться на выработке позиции, защиты своей, то есть представления фактов, поэтому никаких в ближайшее время не будет заявлений, ничего, у него все в порядке. Он жив-здоров, в прекрасном расположении духа. Вот. Более ничего вам никто, ни я, ни Чугунов, ни Жорин не скажут. Все, тишина сейчас, берем паузу и все занимаются. То есть все в порядке. Давайте так, как будет информация, она будет предоставлена, а до этого никаких комментариев никто давать не будет. Все, вы опять пишете. Я говорю, никто никаких комментариев давать не будет. Это просьба и пожелание Давидыча. Все. То есть тишина, все работают, все занимаются. Он собирает доказательства своей непричастности к вменяемому преступлениям и попросил никого не шуметь. Все. Никто не шумит. Все тихо, спокойно, и никто ничего не комментирует. Все. Про другое буду рассказывать. Вы русские люди? Нет. Так а с фильмом что? Я вам столько что сказал. Никто ничего не комментирует. Все. Это пожелание Давидыча.